Пока на расслабоне, на чили, лимонадик попиваем, кайфы ловим, погода супер. Эдвард, не время отдыхать, пора снимать новый обзор. Ну раз на то пошло, тогда я покажу вам 5 домов до 7 миллионов рублей, которые вам обязательно понравятся. Эх, а так хотелось отдохнуть, вы не представляете. И сейчас мы рассмотрим первый вариант, дом, который находится за моей спиной с проектным названием «Иван». Давайте расскажу про него более подробно. Просторный участок, современный дизайн, качественные стены, все коммуникации заведены в дом. Все для вашей лучшей жизни. Аккуратно, здесь вы сэкономите деньги на отоплении, потому что в дом заведен газ. Как мы знаем, большому дому нужен хороший фундамент, чтобы он простоял очень долго. И здесь выполнен именно такой. Собственный выход на террасу с кухней-гостиной. Нет, с большой кухней-гостиной. Вы только посмотрите, как здесь светло, потому что очень много естественного света за счет больших окон. Этот дом отлично подойдет для большой семьи, потому что здесь 3 спальни, 2 санузла и своя гардеробная. Ну а если вы хотите чего-то необычного, тогда вариант номер 2. Необычный скандинавский дизайн и один этаж. Если вы думаете, что данной площади будет мало для полноценной жизни, то вы ошибаетесь. Давайте заглянем внутрь. Несмотря на компактность снаружи, внутри нас ожидает большая просторная площадь, включающая 3 спальни и кухню-гостиную. Во всех домах выполнен ремонт от застройщика. Если вы не любите тратить много времени на уборку, то этот вариант то, что вам нужно. Дом номер 3. Ну и традиционно большая светлая кухня-гостиная и 2 спальни, которые отлично подойдут для небольшой семьи. По всем современным тенденциям в доме выполнен ремонт, который точно сэкономит ваши денежные средства. Что может быть лучше собственной комнаты для вашего ребенка? Бюджетно, красиво, компактно, а главное качественно. Все, что мы любим. Классический дизайн с большим пространством внутри. Это именно то, что придется по вкусу каждому. Вариант номер 4. Если вы любите рабочий процесс так же, как и мы, то эта картинка вам будет точно по нраву. Ведь что может быть интереснее, чем наблюдать за тем, как строится ваш будущий дом? Обратите внимание, мой рост составляет 1 метр 80 сантиметров. И я физически никогда не достану до этих потолков, потому что они настолько высокие. А это дополнительное пространство. И, пожалуй, если была бы номинация за самый нестандартный дом, то это явно был бы его фаворит. Но сегодня в нашем списке он занимает место номер 5. Нестандартный внешний вид этого дома сопровождается вполне приятной планировкой. Мало того, что дом выполнен из экологически чистых материалов, в него заведены все коммуникации, которые сделают вашу жизнь более комфортной. Пока самые низкие цены, успевайте их ловить. Покупка недвижимости – это сложный процесс, но с собой ваши перышки не намокнут.